Всем привет! Вот такая вот коробочка сегодня у меня. Но она уже, конечно, вскрытая. Хозяин вскрыл, но дал мне посмотреть. Я бы ни разу в руках-то не держал такие штучки. Обзоров видел миллион на них, но сам не держал. Короче, заказал он китайскую экшн-камеру. Такой фирмы даже не знаю пока. В полном фарше, блин, в полной комплектации. Начнем по порядку. Это на стекло автомобильное крепление. Это резинка на голову. Такая у меня была. Это, ну, много чего не нужно. Это на грудь, кажется, крепление. Даже доставать не буду. Это хоть раз подержать-то в руках. Селфи-палка. Ну, такая жиденькая, конечно. Жиденькая. Ну, для камеры пойдет. Ну, так. Можно и себе, конечно, приобрести такой. Все по 50 рублей он. Фикс прайсы какие-то продаются, там еще они с кнопками. Опа. Вот так. Это, по-моему, ненадолго эта палка. Также ее можно на штатив ставить. Ладно, подумаем. Возможно. Так, ну и сразу в сумку. Молодец, конечно. Не пожлобился, я его сказал. Не злобись, заказывай сразу, что надо. Сумочка такая, подвес, ручка. Что тут еще? Ну-ка, ба-бам. Экин. Значит, что у нас тут имеем? Короче, полный фарш. О, пульт. Даже пульт есть. Интересно. Крепежи. Это интересные такие крепежики. Батарея. Это понятно. Может быть, зарядим тогда ее. Батарея, крепление. Это на руль. Это тоже сюда. Что у нас тут еще? Потом хрен упакуешь. Зарядник. А как он? Ага. Мини-USB. Козлы, могу вам сказать. Козлы. Ну, хотя под две батарейки и то. И то хорошо. Так, здесь кабель фирменный. Ага. А кабель-то не подойдет под эту зарядку. Может быть, и есть отдельный кабель. Это на пульт крепления либо на шлем. Samsung, это флешка. Молодец, сразу и флешечку заказал. Это на шлем. Это никто не знает зачем. Это крышка или проницаемая, или непроницаемая. Так. Английская версия. Китайского нету, да? Такая вот камера. 4К написано. HDMI. 170 градусов угол. 30 метров. Водонепроницаемость. И батарейка. Что-то батарейка нарисована. Батарейка.
Одна тут или две их. Не могу сказать. Опа. Как-то ой, закрывается, что ли. Опа. Никогда не держал в руках китайскую экшн-камеру. По сравнению с японской. Но я сейчас на нее снимаю. Я снимаю на нее, ну вот корпуса. Даже японская побольше будет. Но это потяжелее, мне кажется. Так. Опа, так маленькая прям. Прям уютненькая. Так, включение мод вперед-назад. Микрофон или динамик. HDMI, микро, SD. Это что ж, HDMI тогда шланг. Тьфу, кабель. Да нет. Это значит... Данные, наверное. А вот это я не знаю, как они заряжать будут. Так, и крышечка, ну как вам сказать. О, стоит аккумулятор. Аккумулятор маленький, 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 блин. 1050 миллиампер, но это если не врут, то нормально. Так, с экраном. Ну, включилось. Дальше что? Выключи. Ага, запись. Это запись, стоп. Пока не буду. Это перевернуло изображение, что ли? Wi-Fi. Какой нафиг Wi-Fi? Ну, что Wi-Fi есть, это хорошо. Так. Это идет съемка, да? Стоп. Так, стоп. Так, теперь 12.
мегапикселей. Это фотоаппарат. Это настройки, да? Угу. А где же он по-русски оставил? Ничего, он тут по-русски не оставил. Вот по-русски. Вот, теперь я вижу, что по-русски. Так, ну возьму я ее домой и там разберусь с ней. Да? Что мы тут имеем? Дата, время, звуки, поворот экрана, заставка, энергосбережение, форматировать карту, сброс настроек, версия. Так, резервное видео, циклическая запись, это для видеорегистратора. Ага, вписать дату, экспозиция, не знаю, размер фото, серийная съемка, инверторная съемка, не знаю, непрерывно, частота тока. Ладно, разберемся. Так, ну, продолжаем. Я уже дома, переместился домой. Сейчас поковыряем. Хотя тут просто надо, я думаю, тест заснять. Да и все. Ну, сейчас пробежимся по настройкам. Так. Ну, это кнопка записи, так, моды. Это фото, да? Сейчас попробуем, сфоткаем с этого. С кнопки. Ага. И с пульта. Фоткает. Так, это просмотр. Выходим, входим. Так, размер видео. Значит, выбор у нас вот эта кнопка, я так понимаю. Что мы имеем? Ого, 1080 на 60 кадров, 30 кадров, 4К. 25 кадров. Угу. Надо попробовать. И 720p пикселей. Ну, 1120 кадров. Мне прям интересно 4К. Так. Так, включен, выключен, да? Но это нам не надо.
Так, это, короче, записать дату, чтобы она отпечатывалась на экране. Ну, хорошая функция, как для регистратора. Так, дальше. Экспозиция. Вот это что такое? Ну, это баланс белого, я так понял. Дальше. Размер фото. Так, какие у нас размеры? Ну, такие вот размеры. Я в фото так не очень что-то понимаю. Не знаю, видно там? Не видно. Так. Дальше. Серийная съемка. Три фото. Понятно. Это что-то не действует непрерывно. Непонятно. Частота тока. Это, наверное, заряжать. Не скажу, не знаю. Авто надо ставить. Так, язык, время, звуки. Затвор, звук при включении сигнала, выключение, громкость 3. Ну так, тут по стандарту, в принципе. Поворот экрана. Ну это вверх ногами, если снимать. Вообще класс. Заставка. Заставка. Ничего интересного. Энергосбережение. Понятно. Чтобы она выключалась. Там настраивается. При бездействии, чтобы выключалась. Так. Форматировать карту. Ну, это стандартная тоже функция. Сброс настроек. Версия. H9R V4.0. Ну, не знаю, кто тут что понимает, если... Так, ну... Как выйти-то? Непонятно. Ну, менюшка-то богатая. Так, сейчас будет тест сравнения. Вот этой Экин камеры 4К и вот этой Sony, короче, HDR20, короче, AS20. Вот, включаю. Это сейчас я снимаю Экин. А это пошла съемка Sony. Ставлю их вместе сейчас. Вот так вот ставлю. Микрофон открыт. И там и тут. Вот сейчас я пойду вокруг дома, обойду. Это сейчас Экин, а это Sony.
Холодно, правда, на улице. Сейчас руки замерзнут. Ну, пройдусь вокруг дома. Потрясу вот так вот. Ну как идти? Есть тут стабилизация или нет? Да нету. На Sony-то есть какая-то цифровая. Так вот перепад свет. Вот. А это пошла съемка Sony. Ставлю их вместе сейчас. Так, вот, чтобы нам микрофон не закрыть. А это Sony. Холодно, правда, на улице. Сейчас руки замерзнут. Пройдусь вокруг дома, потрясу вот так вот, ну как идти, есть тут стабилизация или нет, да нету. На Sony-то есть какая-то цифровая. Thank you.
Так вот, перепад света. Ну, результат съемки. Результат съемки. Сейчас еще 4К надо включить, попробовать. 4К. Ну и сравнение будет, короче, на экране. Так, так мы ничего не увидим. Я ничего не скажу. Сами увидим сейчас. Так, а это сейчас съемка будет в 4К. Ну тоже, пройдусь по улице немножко. И посмотрим, как в 4К. Есть тут 4К или псевдо 4К. Ну, по Ютубу все равно особо не поймешь. Так, начинается. Так, а сейчас 2К 30 кадров в секунду. Руки отмерзли.